Здравия желаю, дорогие телезрители. Итак, продолжаем опыты. Что удалось? Что удалось? Вот этот мотор, удалось раскрутить до 3000 оборотов. Но тут интересная ситуация. То есть 3000 оборотов, это у него где-то там на холостом ходу 50 где-то ватт. Счетчик это скручивает. Но сначала как бы вроде вечного двигателя нет на больших оборотах, только на малых, только когда это говорится слабомощная. Но когда выключишь это все, там, значит, идут, и видать, ток-то обратно идет, так как двигатель сам, двигатель уже в обратную сторону генератор, вот, и плюс там поставлены конденсаторы и все прочее, то счетчик становится на место. То есть обратная энергия в его к нему попадает, и когда мы питание отключаем, он становится на место. Сейчас это продемонстрируем. Вот сейчас смотрите, счетчик стоит по центру, вы видите, по центру ниточки. Включаем. Включаем. Пошел он на полную. Вот счетчик пошел, видите. Пошел. Вот доводим его, значит, чтобы зашел он. Видите, риточка заходит, все, надо выключать. Работа на полный оборот. Смотрим, выключили. Теперь смотрим дальше. И наблюдаем, что происходит. Наблюдайте внимательно. Но это не сразу, пройдет время. Наблюдаем. Пройдет, может, пару минут. Наблюдаем за этим всем. Наблюдаем. Видите, уже появляется. То есть пошел назад. Потихоньку. С такой же скоростью, значит, как сматывал, это где-то там на 50, примерно 50 ватт, он с такой же скоростью потихонечку возвращается, и будем ждать, пока вернется, как говорится, на место своего пребывания. Потихоньку. То есть ток он получил, двигатель, но этот ток, как говорится, он и обратно вызывал. Но счетчик считал обои, как счетчик считает, когда включены обои токи. Вот. И потихоньку, то есть он даже считает больше. Немного. А когда его выключил, вот он пошел. Видите? Потихоньку, потихоньку. То есть с той же скоростью, что он сматывал, примерно, он идет назад. То есть этот ток попал, значит, в сеть во время работы. А сейчас здесь он остался, значит, на счетчике, этот ток лишний. То есть, видите? И потихоньку, значит,
подходит туда, где он был раньше. Немножко медленнее, конечно, чем смотал, но тем не менее. То есть это надо дорабатывать. Но то, что он, как говорится, открутил и назад дает сдачу, это уже хорошо. Но это еще, как говорится, надо дорабатывать дальше. Чтобы он или быстрее назад возвращал, или это самое. Или вообще не крутил сделать. Также я попробовал на батарейке. Батарейка вот сейчас назад становится. Тут было. Батарейка была 1188, подключался к батарейку. Сейчас посмотрим, через час где-то покажу ролик. Также на ионисторах вот. Ионистор это тоже подключал. Разгрузил до нуля. А сейчас уже было 0,3. Сейчас уже вот смотрим напряжение. Так. 1,66 и продолжаю подниматься. То есть напряжение сматывается назад. Видите, так оно сделано, оно сразу не смотрится постепенно. Вот над этим надо поразмыслить, как это приспособить, чтобы оно сразу все это уходило. Ну вот счетчик, смотрите, уже почти на месте, еще немножко. То есть он был посередине, если вы помните, видите. Вот он уже посередине почти. Еще минутка. Дальше он не пойдет. Сейчас встанет, где был. То есть становится туда, где был. Так как ток он получил, но во время, как говорится, во время работы этот ток как бы это самое, как бы уходит. Вот. Как бы сматывается. Но проходит время небольшое. После, если только выключить, он становится на место. Тоже здесь, тоже потом на батарейке, там уже почти выровнялось, был 1,88 часа через, ну, батарейку надо дольше ждать, здесь это понятнее. Вот. То есть вот такие чудеса. То есть это, конечно, надо доработать дальше, чтобы это все, может, даже без счетчика, на батарейку, чтобы это быстро все это, вот над этим поработать. То есть вот видите, вы сами видели, что счетчик был вот здесь. То есть вот эта черная была внутри, вся ушла. Сейчас она вот она стоит. То есть она вернулась. И при этом мощность его. Сейчас тут моторы, то есть не медленно, а как положено. То есть 3000 оборотов. Ну на этом заканчиваем пока. Так, опыты продолжаются, то есть все это еще надо доработать. Доработать, доделать, чтобы уже было это, как говорится, без, ну, чтобы не так вот, чтобы ждать там, то включил, значит, включил, поработало, подождал назад, включил, это тоже не дело. То есть, чтобы оно работало вечно и постоянно. Спасибо за внимание, значит, продолжим опыты, как только что-то новое будет, я выпущу ролик. До свидания. Вот он, еще раз. Был здесь. Был, вот эта вот черная была вся внутри. А сейчас она здесь. Так же по центру, как было, так и стало. Всего доброго.